Привет, намасте, друзья! И всем доброе утро, друзья! И, конечно, это доброе утро, потому что сейчас уже 5 часов с утра, и мы не спали, потому что мы поедем в другой город. Наверняка вы только-только проснулись, а кто-то еще, наверное, спит. Но у нас, во-первых, режим работы такой, так что закончили работу и вперед. Собрали небольшой чемоданчик и решили наконец-то поехать. Хоть и в маленькое, но путешествие. Давным-давно уже никуда не выбирались. Конечно, Агра это не в счет, потому что это не путешествие. А сейчас нам предстоит 8 часов в машине. Будем наблюдать прекрасные виды из окна. Ну и вообще, я очень люблю путешествия, даже если это дорожное путешествие. Конечно же, мы берем вас тоже вместе с нами, чтобы вы увидели кусочки другой Индии. Ну что, поехали, не будем терять времени. Давай. Идем. У нас небольшой чемоданчик, потому что мы едем всего на пару дней. Ну что, готовы путешествовать? Да, конечно, готовы путешествовать. Ты путешественник? Да, я водитель сейчас. Ну ладно, поехали. Поехали. Ребята, вы, наверное, думали, куда мы очень рано поехали. Но мы хотим поехать в море, но у нас нет много выходной, поэтому мы решили, давай пойдем в горы. И сейчас мы едем в маленький город, находится в горе, это называется Шимла. Это очень популярное место, когда британские в Индии живут, они будут стоять там в летом, потому что там очень хорошая погода. И сегодня мы поедем и посмотрим и покажем, конечно. Друзья, мы уже 3 часа ехали и думали, давай отдохнуть немного. Конечно же, мы решили остановиться в месте, которое называется Даба. По дороге в Шимлу очень много таких мест. Это места, точки быстрого питания, рестораны, кафешки различные, много магазинов, можно купить товары первой необходимости, также есть туалеты, неподалеку очень много заправок, но здесь даже музыка играет весь день. Мы как-то приезжали сюда ночью, давно уже было дело, они и ночью играют, и плюс у них есть телевизор, который транслирует различные музыкальные клипы. Посмотрите, сколько машин сейчас здесь. Раннее утро у нас, но здесь эта стоянка сейчас просто переполнена. Мороженое продают. Конечно, это копирует турецкое мороженое, но все равно развлечение такое. У него здесь своя музыка. Весело. О, какой улыбчивый молодой человек, да? А мы сейчас что-то перекусим, потому что у нас и завтрака не было ничего. Так что выберем, что можно поесть. Друзья, давай, это традиционные индийские рестораны на шоссе и дороге. И сейчас это уже время для завтрака. И давай будем посмотрим, что у них есть. И мы будем заказать. Наши первые завтрак пришли. И это известные... Мне нравится пури алу. Это пури, это лепешка. Посмотрите, очень большое. И у нас есть картошка, подливка и халва, конечно. Пахнет капуста. Давай посмотрим, как это вкус.
Очень простящие друзья, конечно. Давай попробуем. Очень вкусно, друзья. Мне очень нравится. Вкус хорошо, не очень остро. Да, это место хорошо. Друзья, в Северной Индии блюдо алупури, то есть лепешки пури с картофельной подливкой на завтрак очень популярны. Ну, а еще очень популярное блюдо, его можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин, это паратха. Паратха – это начиненная лепешка. Сейчас мы взяли эту лепешку, приготовленную из тандура. То есть она без всякого масла, без всего, просто приготовленная, так сказать, на углях. Но к этой лепешке всегда добавляют сливочное масло. Посмотрите, какой большой кусок. В общем, я и без него обойдусь. Сейчас я попробую, скажу вам, как на вкус, потому что обычно мы дома готовим на раскаленной сковороде эти паратхи. И, конечно же, у нас начинка немножко другая. Здесь лук, картошка, в общем, не знаю, что еще. Сейчас попробую. Конечно, мне очень нравится то, что тесто такое, знаете, как будто бы это пицца, только приготовленная из печи. Но единственное, здесь очень много перца, вот именно в этой паратхе. В других местах мы пробовали перца, но так чили много не добавляют, но здесь очень много. Если сравнивать с вот этими вот лепешками, конечно же, здесь ничего нет, они просто приготовлены в масле в кипящем. То есть, как такие чебуреки, только без начинки. И, конечно же, с картошечкой, с подливочкой. Очень вкусно. Здесь никакой остроты нет. Вообще перца, чили не чувствуется. Но в лепешке, братья, о, прям все горит. Ну ладно, в любом случае, все вкусно. Всем приятного аппетита. Ну что, друзья, завтрак мы закончили без индийский чай. И это масала чай со шафрана. Пахнет хорошо. И эта чашка, это называется индийский кулер. Да, либо же глиняный стаканчик. Да. Давай попробуем, очень горячий, друзья. Много масала есть. Много специй, да? Да, да. Много специй. Кардамон, конечно. И имбирь тоже. Я не знаю, что еще. Но вкус хорошо, друзья. Да. Сегодня завтрак очень отлично, друзья. Давай дальше едим. Мы уже долго едем. И, конечно, мы уже в горах. И очень красивый вид, друзья. И воздух очень чистота. Но сегодня немного пробка, потому что сегодня выходной, много людей есть. И поэтому здесь можно видеть много машин. Но здесь очень красиво. Можно отдыхать в море и горах, и там воздух очень чистота. И, конечно, отдыхать это надо после очень трудной работы.
Друзья, наконец мы приехали в Шимлу. И очень долго сегодня мы ездили. И наконец мы приехали в очень красивое место, называется Шимла. Конечно, немножко подустали, но ничего, это того точно стоило. Заранее забронировали для себя гостиницу в Шимле по интернету, все через онлайн-приложение. То есть мы всегда все подготавливаем заранее, чтобы такого не было. То, что приедете и будете потом по городу ездить, искать, где остановиться, что, как. А это заранее выбрали, посмотрели, прикинули все по ценам. И особенно на выходные бывает такое, что номеров вообще нет свободных. Так что все для нас уже подготовлено. Ну ладно, сейчас отдохнем и пойдем гулять по городу. Это не какая-то сетевая гостиница, но мы здесь уже бывали, нам эта гостиница очень понравилась. Правда, они интерьер, даже комнаты ожидания, коридоры изменили. В принципе, очень все приятно, такой аромат стоит, роз или еще чего-то, я даже не знаю. Ну, конечно, освежитель воздуха специально используют, наверное. Посмотрите, все в таком сдержанном стиле. Можно поехать на лифте, нам сказали, у нас комната на 3-м этаже, можно пойти по ступенькам. Мы, конечно, на лифте поедем, потому что у нас еще и чемоданчик есть. Друзья, добро пожаловать в наш номер. И это обычный номер. Здесь у нас есть туалет. Чистота красивая. Ну да, самый обычный, конечно, небольшой по размеру, но все есть, что нужно. Душевая кабинка. Конечно же, белый друг наш. Раковина. Все чистенько. И это шкаф. Даже теплое одеяло есть. Тапочки? Тапочки тоже. Ну ладно. В общем, номер уютный, неброский, в выдержанном стиле. И мне это нравится. То есть он современный, ничего такого кричащего здесь нет. И да, почему бы не провести здесь пару ночей? В принципе, очень комфортно. И, конечно, друзья, они дали 2 бутылка воды. И чайник есть. Чай, да. Кофе, да? Чай, кофе. Ну, в принципе, в индийских гостиницах практически везде дают воду, чай, кофе, чтобы можно было сделать чайник. И маленький холодильник. Холодильник пустой! Если как надо, жаль. Тогда заказать, right? И самое главное, нереально вид. Мы уже не первый раз выбираем эту гостиницу и здесь останавливаемся. И да, наша самая главная причина, по которой мы выбираем именно это место – здесь прекрасные виды. Можно сидеть вечером, либо же рано утром и наслаждаться, любоваться такой чистой, красивой природой. Не красота ли? Ну что, друзья, сейчас мы немного отдохнули. И сейчас мы решили, давай немного гулять. И здесь трудно гулять, потому что дорога нет прямой. Это так. Неровная, да? Все под наклоном. Потому что это гористая, холмистая местность. И, конечно же, постоянно идешь в горку. А с горки никогда не получается, потому что все достопримечательности, все места находятся на холмах. Да. О, дыхания не хватает, практики нет вообще. Ветер холодно. А? Ветер холодно. Да, ветер холодный. Воздух чистот. О, надо упражняться. Да, надо. Упражнение надо, когда бы... приедем домой. Надо заняться собой, чтобы быть в тонусе всегда. Да. Ну что же, друзья, добро пожаловать в городок Шимлу. Если вы знаете, раньше Индия была британской колонией, а город Шимла была, так сказать, летней резиденцией для британцев. Так как летом температура в Дели поднимается до 45-50 градусов, то здесь, в Шимле, она никогда не превышает 30 градусов. То есть это очень комфортная температура для иностранцев. Поэтому британцы облюбовали это местечко, которое находится у подножия Гималаев, и они обосновали здесь свою такую летнюю столицу, летнюю резиденцию. Раньше на этой улице ездили автобусы, и до сих пор осталась автобусная остановка. И здесь абсолютно все напоминает и даже сейчас присутствие Великобритании. Дело в том, что архитектура сохранилась с тех пор, и, попадая сюда, вы просто чувствуете себя будто бы за границей. Ну вот, посмотрите сами. Вот,
И это кафе очень старое, 1728. С 1728 года, но опять-таки справление британцев здесь, называется Indian Coffee House. И хотя сегодня у нас выходной, на улице нет такого скопления народа, и когда ты идешь, у тебя нет ощущения, что ты попал на какой-то индийский рынок. Судите сами. Когда мы снимаем видео в Дели, всегда шум и гам, а здесь достаточно тихо. Да, друзья, и когда я приехал первый раз, для меня это не Индия, потому что архитектура – это как британский. Очень красивое место, очень чистота и нет, конечно, шумно. Ну, здесь даже правила и порядки именно вот в центре Шимлы точно такие же, как и были раньше. То есть здесь у них есть свой собственный звонарь, когда у них все офисные сотрудники должны идти на работу, звонят в колокол. Когда они должны приходить на работу, тоже звонят в колокол. Ну и много-много разных правил, что, в принципе, для нас было необычно и тоже ново. Кстати, друзья, если вы еще не смотрели наши предыдущие более ранние видео о Шимле, то вы можете это сделать, потому что там мы подробно показали все места, которые находятся в этом городке и недалеко от этого города, достопримечательности. Так что мы оставим ссылочку в описании, обязательно посмотрите. Ну вот, а я только обрадовалась, что нет народа, нет народа. Вот, оказывается, где все люди, на главной торговой улице. Да, потому что это самый главный рынок. Не только рынок, это называется Mall Road. Ну, Mall Road здесь... это торговая улица, она и есть. Торговая улица, да, где можно купить, гулять. Известное место. Да, ну и просто наслаждаться можно прекрасной природой и прекрасной погодой. И это государственные здания. Посмотрите, как архитектура. Да, архитектура абсолютно такая же, как и сейчас в современной Англии. Как я вам уже сказала, ничего не изменилось. Здесь полицейский участок, а также пожарный участок. Все в одном месте. Ну, друзья, я думал, это месяц, это март, это не сезон туристы, и здесь везде индийские туристы. Но, конечно, иностранцев здесь немного я видел сегодня, потому что они путешествуют только в горячие места. Гоа, в Керала, да? Гоа, Керала, и здесь холодно. Поэтому они нет нравятся, да? Но здесь мало, очень мало иностранцев. Дело в том, что местные туристы приезжали раньше сюда только где-то в декабре, в январе, чтобы увидеть снег. И также они приезжали на летний сезон, то есть когда, допустим, в Дели и в городах, которые ближе к Дели находятся, жара, они здесь спасаются в прохладе и в тени деревьев. Но сейчас ни то, ни другое. Мы надеялись, что здесь будут такие же пустые улицы, как и во время локдаунов. Ах, нет и увы. Посмотрите, сколько людей. Я уже обрадовалась. Да, много людей, конечно. Ну что, это хорошо, этот год мы гуляем без масок. Да, это радует, потому что, когда мы приехали в предыдущий раз, нам нужно даже было на этой улице, если полиция увидит, сразу же натягивать себе на нос маску. И давай посмотрим вид. Место, где сидит и смотрит. Это называется смотровая площадка. Эта площадка прямо находится в центре Шимлы. Конечно, есть площадки, которые находятся и выше. Но здесь тоже красивые виды открываются. И это место находится гораздо выше, чем наша гостиница. Посмотрите, не правда ли это красиво? И так завораживает. И солнце очень яркое. Ну, конечно, друзья, собака жизнь очень хорошая. Отдыхает, есть, отдыхает. И, конечно, здесь собака очень толстая и пушистая, и отдыхает. Ну, здесь все собаки вообще в горах очень пушистые из-за того, что у них помимо главной шерсти еще и подшерсток, чтобы не замерзнуть зимой. Да, хорошая жизнь. И добро пожаловать в центр Шимлы. Это место называется The Ridge. Здесь проводятся различные программы, парады, все мероприятия. И, конечно же, здесь всегда очень много туристов. Также здесь расположена самая старая библиотека Шимлы и католическая церковь.
Опять-таки, напомню вам, вы можете посмотреть видео, в котором мы более подробно обо всем рассказывали. И также здесь есть еще одна смотровая площадка, куда мы, собственно говоря, сейчас и направляемся. Ну что, мало людей, да? Да, это мало людей, конечно. Это шутка. Много людей. Ребята, почему люди приезжают сюда? Потому что здесь вид нереально. Посмотрите, очень красиво. Из нашей гостиницы открывается один вид на зеленые холмы, засаженные красивыми густыми деревьями. А здесь более такие голые горы, но оба вида, конечно, заслуживают любви и уважения. Ну что сказать, природа, она и есть природа. Нет ничего прекраснее того, что создано природой. Да, конечно, друзья. И это мой вид. Красивый вид. Да? По эту сторону тоже расположились старинные здания, которые до сих пор функционируют. Здесь у нас департамент транспорта по штату Химачал-Прадеш. Давно, наверное, не реставрировали, но выглядит, наверное, так же, как и 100 лет назад. Посмотрите, какое красивое кирпичное здание здесь, с деревянными окнами. На самом деле ощущается, будто бы ты где-то в Шотландии, да? Да. Не похоже, что это просто обычная Индия. Кстати, здесь два здания подряд. Это здание с таким светлым деревом. Это администрация. А следующее здание сейчас там драматический кружок, либо маленький какой-то драматический театр сделали. Люди фотографируются, потому что это, конечно же, достопримечательность Шимлы. Ну что сказать? Красиво и эстетически приятно просто ходить и смотреть на все эти сооружения и просто гулять по улицам. Ну а как вам нравится с нами гулять и совершать такие небольшие экскурсии по Индии? Пожалуйста, пишите свои комментарии, нам будет интересно их прочитать и узнать ваше мнение. Ну что, друзья, сейчас время пришло перекусить. И сегодня мы решили есть самое популярное и очень старое место. И давай мы обязательно покажем вам. Но это место примечательно не своими какими-то особыми блюдами, либо же кухней, а оно примечательно своей историей, потому что это кафе, либо же ресторанчик, находится здесь еще со времен британцев и до сих пор функционирует. Так что тоже интересно окунуться в своеобразную историю этой части Индии. Так что приглашаем вас вместе с нами. Обязательно берите что-нибудь пожевать, может быть чай, кофе. Ну что, давай перекусим? Давай. И это есть самое известное кафе в Шимле, называется Ашьяна. Оно находится прямо в центре этой площади. Ну что, элегантное кафе? Да. Мне нравится. Даже это не кафе, здесь и написано Ашьяна ресторан. Как я уже и сказала, это все в таком колониальном стиле. Добро пожаловать, да? Очень приятно и уютно. Да, ощущается, что это прям ресторан рестораном. Ребята, сейчас в этом ресторане нет времени для ужина, поэтому они подают только снексики. И мы решили заказать это индийский пакора. Это с картошка, и лук, и спинат. И, конечно, они дали нас мятный чатни. Мятный, да? Мятный и чили чатни. У нас есть соус и маленький чайник. Это не чайник, да? Чайник. А у тебя какой чай? У меня масала чай. А, с молоком? Молоко. А у меня просто черный. Без сахара, чай. Без всего. Горячий, да? Вот, так что в Индии тоже чайники существуют, правда? Да, давай попробуем один этот стучек. Выглядит очень хрустящий. Давай посмотрим, что чатни. Да. Очень хрустящий, друзья.
когда мы готовили это покори, у нас мы получили отзыв предстоящий. И здесь, конечно, очень хорошо. Очень вкусно, друзья. И сейчас мы будем есть, и вам приятного аппетита. Ребята, перекусили немножко, и сейчас мы идем к гостинице, потому что тут уже очень холодно. Хотя мы с собой взяли теплую одежду, куртки взяли, джинсы, различные свитера, но мы не ожидали, что температура так быстро опустится, и поэтому в чем приехали, в том и пошли гулять. Но сейчас, да, даже после чая на улице очень холодно. Но ты считаешь, что наша зима индийская, либо же это ваша осень? Ну ладно, сейчас доберемся до гостиницы, сегодня отдохнем, а завтра у нас новый день и новые приключения. И ну что, сегодня у нас весело, потому что мы рано встали и долго ездили. И, конечно, устал сейчас отдыхать. Будем отдыхать, да. Да. И, друзья, если вам нравится наше сегодня видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Увидимся с вами очень скоро. Мы вас всех любим. Привет всем из северного города Шимлы. И всем пока-пока.